Еще раз рад приветствовать вас, дорогие друзья, на матче между командами ДГТУ из Махачкалы и АГУ из Сухума, что проходит в Волгограде. На стадионе «Зенит» команды, как уже было упомянуто выше, подошли к матчу не самой лучшей турнирной расстановке, да? У абхазцев всего лишь один набранный балл, ничью с петербуржцами они сыграли. А дагестанцы, к сожалению, все три своих матча проиграли. Потому что не хочется никому пропускать в самом начале встречи. Бористое, наверное, да, начало было у ДГТУ, и вот уже в штрафной площади футболисты АГУ. Отличная возможность под удар. Никого нету. Пустая зона. Хороший сейв продемонстрировал Нажиров. Такая ошибка в защите, да? Техничный защитник, враг команды. Отличное открывание. Просто свободная зона. Здесь нужно делать счет 1-0. И счет 1-0 становится. Абхазский госуниверситет забивает свой первый мяч во втором туре Национальной студенческой футбольной лиги. В его волгоградском воплощении, скажем так. И, ну что ж, на самом деле, что-то подобное назревало в последние минуты. Он практически поступает. Вот сейчас игрок Абхазии с мячом. Ходит в нее прострел. И что же, гол! 2-0. 11-й номер. Да, у абхазцев забивает мяч. Очень хорошо они действуют вот в выходе в атаку своими разрезающими передачами. Маячит, постоянно бегает, постоянно прессингует, пытается мяч отобрать. Удар рядом с воротами. И будет вратарь введен в игру далее. Не дает бросить этот аут главный судья этого матча. Тайм завершается со счетом 2-0 в пользу АГУ. Команда Абхазского государственного университета и команда Дагестанского государственного технического университета продолжают выяснять отношения. Справится с этими нападками выше ворот. Налево. И вот здесь. 2-1. Забивать нужно. Нам, хачкалинцам, очень срочно придумать. И вот здесь вот может получиться очередная атака. Пробил. Проверил Ахмада Нажирова. С эмоциями, если вы помните. Тем временем абхазцы с мячом в атаке. Есть прострел и близко. Дальний удар. И на месте Ахмат Нажиров. Дальше направо. Дальше бросает здорово. Даура Чанбу и завершается эта атака. Видим абсолютно обычные уже в этом матче рукопожатия и объятия. И еще раз мы посмотрим на повторе передачу. И да, конечно, более чем очередной изящный навес, и там Цахнаки улетает. Да, ну и вот так даже 5 секунд не дает доигрывать главный арбитр этой встречи. 0-3. Сборная Дагестанского государственного технического университета оказывается позади. Вот так разбиты игроки махачкалинцев. Мы обязательно увидимся и услышимся. Пока. Будьте сильнее.